Вантон, лента Азима. Этот аэропорт завоевал в 2013 году, признан консалтинговой компанией Skytrax самым лучшим аэропортом Северной Европы 2013 года. В 2016 году, согласно исследованию ОАГ, он занял третью строчку в рейтинге самых пунктуальных аэровокзалов среднего размера. А как вы знаете, пунктуальность – это черта характера, подразумевающая чрезвычайную аккуратность и систематическое следование правилам. Мне предложили бахилы, переодели меня в бахилы при досмотре моей обуви в посадке на самолет. Не в каждом аэропорту вам предложат бахилы. В аэропорту Хельсинки очень приветливый и доброжелательный контроль. Пожелали приятного полета и поздравили с предстоящими первомайскими праздниками. На терминале вылета самолетов всегда вы увидите время, которая указывает не только вылет вашего рейса, но и также время на то, сколько у вас займет, чтобы добраться до определенного гейта, с которого вы улетаете. Два терминала существует в аэропорту Хельсинки. Первый – это терминал Domestic Fly, так называемый, то есть местные линии, и второй терминал – это международный. Компания Fortum вам предлагает здесь специальное лонго, где можно зарядить телефоны. Также специальные коляски для перевозки детей вы можете увидеть, очень удобные. И для пассажиров постарше, так называемых сеньоров, специальные стулья с высокой посадкой, что делает очень удобным аэропорт для всех категорий пассажиров. Туалетную комнату в аэропорту Хельсинки найти легко. Большие указатели с изображением мужчины и женщины приведут вас в нужное место. Ну а попав в туалет, вы можете насладиться трелью соловья. Это сделано для того, чтобы снизить напряжение, снять стресс во время перелета. Не все аэропорты могут предложить такую услугу, как кабина Go Sleep, где вы можете изолироваться от шума, света и поспать перед предстоящим перелетом. Аэропорт Ванта немного больше, чем просто аэропорт. Многие жители Петербурга и его окрестностей предпочитают летать за границу не из Пулково, а из аэропорта Хельсинки-Ванта. Этот аэропорт очень привлекательный, так как у него очень удобное место расположения, и аэропорт Ванта – это окно между Азией и Европой. Здесь делают пересадку многие пассажиры, которые летят в Азию. Например, если вы летите в Пекин из Европы, то ваш полет будет проходить через Хельсинки. Скоротать время в аэропорту Ванта можно не только в магазинах, кафе и ресторанах. Здесь очень много магазинов дьюти-фри, кафе. Но также на территории Ванта есть спа-центр, магазин Юмба, спа-центр Фламинго, много парикмахерских, несколько отелей. Имеются отличные детские игровые зоны, кинотеатр. Есть даже сауны на территории Ванта, их 4. И это не считая бассейна с минеральной водой. Аэропорт Ванта расположен в 17 километрах от города Хельсинки. Сюда добраться можно на скоростной электричке, на экспресс-автобусе Flybus или же на обычном автобусе номер 561, который идет из центра города. If there is a drop in cabin pressure, oxygen must be